Пускает просто. Там водонка никому не надо, вон на аукционе за 2500 стоит. Кто? Водонка за 2500 на аукционе. Я пойду куплю. Буквально 5 минут назад смотрел 3200, последняя цена. Ну я вот из интереса зашел. Я первая. Блин, не парься, они сейчас упадут в цене. Я не парюсь. Я баньку не очень люблю. Да не, они так, по-моему, поднимаются, насколько я вижу. На аукционе всегда все дорого стоит, если что, да? 3500 сам, а 3400 самое дешевое. Нету уже. Долго шла. Вообще не говори. Черт. Тут четвертый танк нужен или вы втроем? Блять, нормально? А втроем нужно справиться. Скоробей, нормально отлинька у вас, не? Фигня. Смотря где применять. Если ты все время на боссе и не меняет, ну тебя никто не меняет, то нормально. А если тебя кто-то меняет, то ты фигня. Все тут. У тебя не кап брони, что ли? Сейчас. Нет. Ладно, блядь, я не сгорел, что у него кап, блядь, вот это. Че, пошли три шага? Кап 50 тысяч. 45? 50. 50 против 83-го. На 83-й там 50 тысяч. 75%. Так на 45 уже 75%. Это 80. Боссы 80. Он поводил, что у него 75%. 45к. Это 75%. Чё вроде? Луцинь, ты 45 тысяч, когда открываешь вкладочку, там смотришь, да? Да. Ну вот, есть против 83-го еще кап. Он там не отображается. А-а-а. Ну, по форме. И там тоже 75. Там будет 75% при 49 990. Или 950 с чем-то там. Короче, 50 тысяч почти без сотника. Не знаю. У меня на 45 тысячах уже 75%. Но это против 80-го написано. А боссы все 83-е. То есть это реальный процент меньше? Да. Зато теперь слово дамажа. Ну у нее нет уменьшения полезности характеристики при увеличении количества брони. То есть броня, она увеличивается количество брони и полезность характеристика не теряет. В отличие от парирования и уклонения. У брони тоже диминишн. Нету. Каждая тысяча брони, чем больше брони, тем меньше дает снижение полезности. Урона. Полезности, говорю, характеристика не теряет. А эти теряют просто, ну, в большем соотношении. Ну, то есть, если ты начнешь уклон камня ставить, то тогда. Сейчас
Сейчас можно в парилку поставить, по водину будет дамажить. Не знаю. Давайте все отойдем ко входу, а там ты будешь ходить дальше. Чтобы не сагали босса в прошлый раз. Фрида! Точнее, не как в прошлый раз, а как каждая КД это происходит. В смысле, инженер прав? Да, минута была. Нет, 45 было. Минута была в этой. А сколько? 45. Там апать надо не вот это вот, а надо апать цифру. Там 340 должно быть, а больше. Всегда было 45. Знаю, потому что я прожимал перчатку, и потом перчатку с крыльями она откатывала слово. Ой, у меня КТ череды. И макрос. Ладно, пускай так. Сами перчатки. И они прокали у меня одновременно нажимались. Поэтому 100% было одно. Ой, тропуха, я ему говорю. Я помню, на стандарте 45 было. Почему тут ее сделали, никто не знаю. Может, сломали? Нихит, ты чё? Что на стандарте она не давала 340, наверное. 340 давал. Нам должна больше давать. Ну, массируйся. Ты чарку на броню видел? На руки какая? Ну, сколько она дает? Не знаю. 1400, там, по-моему, было. Ну вот, на стандарте 885. На 1500 раньше давал. Почему-то чарку на броню не сделали улучшенную. Хасту почему-то, сука, не сделали. Против всех. Хасту тоже нерфили. Не знаю, нерфили? Как алхимию понерфили, это пиздец. Да давно нерфили, инженер уже. Года два назад, полтора. Что, все? Вроде да. Что, я на боссе? Да. Ну, рыбу дать. Сейчас поставлю рыбку. Спереди от рыбы. Чё, кто давайте. Кто кулак бафал в рейд не попал, бля? Ты теперь кулак бафы, ванель, пускай это, касочки продают, мусор, МП5. Ты же все раз бафли для меня. У меня три паладина как бы есть. И до этого был баф. Япончик, можешь мне саппорт выделить с гибанк вместо на луцине? На я больше не могу брать саппорт с гибанком. А кто может? Ну я тебе дам. Где ты? Звезда. Сейчас даже офицеры берут только по одному. Спасибо. Так, давайте этот крайний чек. У нас три танка, в принципе, должны справиться. Все готовы? В разные стороны, ребят, разойдись. Танки, а чё тут, блядь? Да поглотит вас, учина вот! Вадим, лови первый. Ему сейчас тяжко будет. Дальше заводи. Дальше. Еще чуть-чуть. Вот так вот все. Стой, стой, стой. А что там по гире? Не хотите давать?
Подводи под босса трэш. Чё было? Не знаю. Вадим. Нервничай, парень. Играйте потихонечку по модулкам. Что за рофлы, Вадим? На месте пускай стоит, все ровно. Ни влево, ни вправо, чтобы босс не двигался. Активный краш забивается, тяжело осталось. Дальше тащите краш. Не лови. Можете подводить его уже. Чего ты взял? Агрони набили. Подводи, чтоб сорвали. Таркис, раскол. Еще один пак ловлю и тогда подложу. Ништяк-то ладно, красавлю. Неужели он живой сейчас не Если исправишь персонажа, будет работать. Так я буду с маской на этот минут. Замены есть. Отводи в сторону на агро. Ребята, мне разрешили снова в АПД. Я в 2 часа пойду в команду. Четвертый шаман нам не помешает. Я пойду Эдемом. Допустим. Вадим, диспельте. Вот эту парашу можете диспельте помочь? Я один диспельте. Вульсер диспельте. Ну, или буду сидеть на замене, если нет. Там лут поменять надо было, да? Сейчас поменяю, занижу все. Не упало, да? Я, короче, релогнусь сейчас, если не поможет, буду исправлять персонажа. Ты шмот сними и одень заново, не? Для начала. Давай, попробуем. Парень готов на радикальные методы. Или кэш выйди, почисти, за кэшу может быть какая-то.
типа лутаешь жезл. Рудвар, тебе фалик надо, клятку. Триня топовая есть уже. Шуманы, дайте хождение, есть маны? Быстрый, смотри, как слава плывет. Все, починилось. Замечательно. А куда идем? Я заблудился. Браска, тебе по-прежнему нужна шапка, все верно? Конечно. На Кирс идем. Кирс. Так, я тут. Кирс, да? Сейчас большой сзади идет. Нормально. Куда ты повел его? Вот тридцатку теперь бьет с этим манускриптом. Это хорошо. Заебись. Только два куска все равно говно напало. Было 20. Теперь 30. То есть апнули, да? 4 куска, да. А потов работает теперь, потому что. А что блок, за блок у меня еще не весь. Че, проще на роботе теперь будет агро набирать? И абсорба больше будет. Но только от блока, там же вроде мне Драгон говорил, от парирования тоже. От парирования, от блока. А все на типа SSPG, одевать это надо мастерство, блядь, где-то искать. Зачем? Который на блок SSPG. Зачем тебе мастерство? Уже 56 было, не? Зачем? Не надо 56. В паре хаста не было. 56 было до введения Т5 для того, чтобы автоатака не... Ну, Луцин, ты куда пошел? Я агро набирал. Сюда. Так как у нас есть 5, смысла нет от 56 мастерства. Каст будет. Рудвар, можешь свейдить? А билок не будет. Рудвар, свейди, пожалуйста. Ты про... Ты ему про... Парихас, расскажи, что это такое вообще? Когда он дальше там уходит по них с полоса. А мы этих не чистим? Норк, Легион, пошли со мной за печенькой. Да кто сейчас сказал про удачи там? Норк, Легион, ау. Хан. А, уже не надо. Ты, Редвар, идешь вправо, где мы обычно заливали этих мобов, стреляешь в него и притворяешься мертвым. Все, он пропадает. Вот как этого ты сейчас пулил посередине, притворился мертвым, он пропал. Да тестит, может это на любого моба работает, а не на крайнего. Вот этот трэш, который позади нас стоит, мы можем зачистить. Я вот про него спрашиваю, тишина. Смотри его. Чистите, опять не работает, опять. Да шо ж такое? Эй, Кирскорн, ты в рейде, нет? Агри его. Ты же в
курсе, Фрусняша, что Парикас только на драконах ездит? Я? Что? Про Парикас. Это не я говорю. У тебя наличия чего нету, хочешь сказать Парикас? Еще один. Нету. А что, есть? Вот тебе Коват сказал, нету. Что, недостаточно? Парикас только на драконах. Что тут непонятного может быть? И то на халике он отключен. Это вообще удивительно. Ваншот кого-то. Рыбу поставил. А его, наверное, отрубили, когда он... По... Сколько там? Бафаемся. А он это... Первый. Один слот кто пойдет там? Мгновенно в рейд или что? Давай мгновенно. БР вот нормально. Сумоньте ее. Ее. Не его. Сам виноват, что выбрал женский ник. Хочется женского рода его назвать. Так, пробафайте. Чек на готовность, на пул. А кто где? Коват будет держать Фрусняша. Все. Фрусняша знаешь? А, будет он тут все. Ну, метки. Окей. Там про перебегание помнят, да, чтобы босс 10 тысяч мобов не призвал? Давайте, ребят, даю отчет на пол. Когда надо будет стопнуть, я скажу. Тридцать пять ударило. Так, что рисковать не будем, на 100 стаках поводим. Ну, на 100%. А это какой по счету? Сейчас. Сейчас второй. Это четвертый. Сейчас заряжается 50. Короче, после четвертого начинаю переводить. Угу. Пять секунд можешь начинать потихонечку переводить. Стопните по боссу вообще. Перебегите. Не бейте босса. На пульте. Угу. Дайте трэш собрать там. Все, подводите трэш под танк, под босс и заливайте. Где разлил? Перед тем, как мы дальше будем переводить босс, кто не знает, трэш должен быть уже слит. Переводи его. Переводи. Стопните по боссу. Стоп. На пол. Хорошо, дайте сохранить. Все, играйте по трэшу. Альт F4 скин, если есть. Даркет тоже. Yeah.
А сальвы зачем придумали? Что, повисло, да, или что? Угу. Да. Пизда хуянно, блядь. Что-то перемудрили. Т5, видимо, мне чинят. Да кого что-то тебе хуя... информации добавили. Про товара деле, чинят да. Там, ебать. Ой, блин. Нам дадут нормально ЗС добить уже или нет? Да и не говори, блядь. Сил уже нет, да? Когда шаманам будут ГП начислять? Шаманам? За что? А, за лужу? Че, выкинул или нет? Да, да. Посло от ГП тебя, да? Дисконнект. Челка и завтра добьем. Мне интересно, пропустит ли Джайна Девареет в этот ВРС или нет? Этот, Авала, Тион, ты в Дисе? Ну-ка, напиши там во флудилку что-нибудь. Это, на протоваре Т5 у тебя есть? Т4, 4 куска есть, да? Ага. Ты какой, крутой, да, челик, или не очень? Не крутой, да? Понятно. Ну тогда ссылку даю на канал, там на ютубе, чекай фулл контент про товаром в Т4 и в Т5. Это если у него профы есть, он уже в априори круче тебя, по идее. Да, ну. Сейчас профы ничего не решают. 150 силы все еще лучше, чем 90 выноса. Да ладно. Че еще? Вот дал ссылку там. Чекайте. Это как все ютуберы там. Подписываемся, ставим лайки. Не да мне похуй. Я единственный из всех, кто не рекламит эту хуйню. Мне похуй, может лайк, может дизлайк, может вообще нахуй ничего не ставить, может, блядь, удалить мой канал. Забай. Вообще, вот это байт на лайки и дизлайки, ты в курсе, что YouTube и лайки, и дизлайки да считают один нахуй? Мне похуй там, на YouTube. Я делаю свое дело, я записал видос, меня больше ничего не интересует. Картинка, кстати, прикольная, один челик сделал. Вот этот, короче, который в шлеме, это я, короче, а второй вот этот под столом там, это, короче, РЛ. Один там есть, пидорас. Заходить. Чё, запускай? Да. Так это твоя фотка на аватар, что ли, у тебя в этом дискорде? Да. Не, подожди, в Дискорде нет. Опа. Да нет, как нет? Далеко откинул. Нет, это не мое. О, Error 132, вы про это говорили? Что делаем? Так, мы опять за рейдом, да, находимся? И не пускает внутрь. Ага. Пока идет бой. Там бой идет. Когда половину выкинула, половину нет. А вы половина там стоите, что ли? Не знаю, я еще зайти не могу. Кто там стоит, скажите, надо репать делать или нет? Я там стою, я этот, СС кинул на себя чехов, мосресно, павших. Т5 так и не починили. Репати делать не надо? Нет, не нужно. Нет, не надо. Сходите, Винс, тобой нет. Сзади большой. Если еще один дискон будет, я материться буду, честно. Ну, ничего страшного. Ну,
или вчера глобальный вайп был, грубо говоря, и сегодня уже еще. А чё манускрипт переделали на паладина? Да? А почему у Протовара нет манускрипта? Вот кто мне объяснит эту хуйню вообще? Эту хрень так и не убрали, да, типа видеочат? Если два раза нажимать. Вообще не понимаю, сука. У каких-то там ДК, паладинов есть манускрипты какие-то, блядь, печати. А у Протовара нихуя нет. Чё у меня есть у Протовара, блядь? Огнестрельная. У тебя есть 277-й ган. Сука, ган? С блоком, щитом. Что тебе не нравится? Сука, Лара падает, кстати, в обычке. Ты охуел? Луповые ганы, еще ему что-то не нравится. Я хочу и ган, и, короче, еще и манускрипт хочу. Конечно, можешь... Знаешь, где бы он у тебя оставился? Тресните, пожалуйста, под боссом отдельно. Нас не достало. Я думаю, ты догадываешься. Да, да. Это... Дострелить можешь, по ходу дела, Войт. Да на шею бы вешал. Два щита еще хочу носить. Надо, короче, встать и суммануть, по-моему, проще будет. А че, вы там еще раз сдохли? Да, рейд заполнен. Ну, нас там? Не достало масресом под боссом. Сейчас мобов выйдет, уже санем. Короче, там... Рейд. Там кто-то забили. Лишний. Да. Сейчас. Найдем слышишь? Настя, вставай, это суммоним. У тебя так нет, не рейснишь. Фарадыч тут, в Дисе? Фарадыч. Ладно, Т5, голова на мага кому-то нужна. Прием, прием. Кто шарит? Чехову не нужна, у него есть, да? Короче, байер будет на голову маг. Там в ДВ кто-то писал в дискорде, посты, что там, блядь, маг. Нет, это я писал. Ну это Фаранда писал про три куска, а я не знаю, будет кто там, нет. А куда заходить, блядь, что-то запутался. Дигидрос. Фаранда тут в дискорде вообще, нет? Да. Ты говорил, там молчишь. На Т5 есть кто-то у тебя на голову? Маг. Чехов собирает. Ну, Чехов у него, говорит, есть. В смысле, блядь? Вчера у него не было, сегодня уже есть? Хуй знает. Чехов, у тебя есть голова Т5? Тебя разводил просто, мне кажется. У меня вчера остались плечи была, только. Так, а вчера у нас... Остальное все есть. У нас ЗС сегодня. Ты вчера говорил, что тебе голова нужна. Ну что-то другое говорил. Блять, мне Чехов вчера писал, что ему вчера надо ноги и грудак. Оказалось, да. В итоге все наоборот вообще. Потому что он купил. Остались плечи. Вот видишь. Так, Чехов, ты заходишь? А как вы смотрели? Я смотрел у него, типа, когда вы спрашивали, он, типа, ни одного куска ткает на нем. Ну, он в сумке их держит просто. Рыбу поставил, ждем Чехова 2 минуты, не заходит, меняем его. Он уже релогался. Вон он. Я вижу. Пахайте. Че там, воронки-то падали бы, Лешки? Ну, что-то нет. Трэша-то нету толк. В Т5 я вчера переоделся, так что все нормально. Вчера на голову. Фарад, у тебя есть на голову маговскую? Сжань. Я сейчас человеку напишу, если он сможет зайти в онлайн, то... Он будет первее моего, да? В смысле первее? Ну, твое сообщение выше моего, правильно? Диси, которая. Ну, твой онлайн сейчас? Да. Ребят, даю чек. Все готовы? По местам вставайте. Даю отчет. На пол есть. Веру.
Так, это третий, сейчас четвертый будет. Все, потихоньку переводи его. Видите, босса повели, стопнуть надо. На пол есть, все хорошо. Заливайте трэш. Встречайтесь черепок РБД. Сотка. Да, можно переводить. Стопайте. На пол. Кого не ебнуло, сейчас Альтер 4 сольет. Альтер 4 не знает, что нужно стопать сразу же. Агро еще танки не набрали. Норси, подними пока тут Альтер 4. Баркес. Бафы дайте по хантам и по друидам. Каски, кулаки, 5. Сотка. Переводи. Да-да, в другой стороне уже стоят. Добейте вот этих мобов, стопните урон. Алрей, страйк. Ясно, кулак. Давайте быстрее дальше. Все, это трэш последний, добивайте, будем переводить. Дальше трэш уже бить не нужно будет, просто будете играть босс. Переводить не буду, полтоса дам после четвертого стака. Хорошо, давай так. Все, последнего добейте, фулл дамаг в босса. Прожимки отдали. ДД. Сегодня на танковские чехи очень везет. Лучше бы на танковские чехи. Молился на эту триню. Ну, Вульфсар здесь, приоритете, у него мейн-спектр.
Так, ребят, кто вайш готов уступить? Так, Нурсия, Моня... Сиди, Настя. Хилов я не отпущу, понятно. Так, ладно, Норси. Не меняй. Ну а кого, Проню? Ладно, её поменяй. Нахуя менять, блядь, бисового ханта почти его, так сказать. Вот и реально. Я тоже думаю. Да меняй Норси, Норси меняй. Аквара потом присоедините, когда пишет четвертая группа. Тут проще кого-то, блядь, миников поменять, который хуёво дает ДПС. РДД нужны без трайни. Нарси нужна ЦЛК. Нарси НЗС понял. Поменяй меня, я послакаю. Я знаю, честно, чисто. А есть у кого-нибудь живс? Можете поставить, пожалуйста? Есть, есть. Сейчас, без шумовки. Поставили джиз? Это из-за того босса не начислил, по-моему. За предыдущего босса я начислял. Нет, мне не было. За предыдущего босса я начислял. Не за гидро, не за гидроса, а за этого. Я понял, за Марагрима начислено было. Проверьте у себя в журнале. Япончик, там пацаны три не уступят эту, как она называется? Танковскую? Да, танковские. Паладина? А кому? Ну мне, я попросил и паладин, и ДК. Две трини? Ну, я хочу домишку их. Они тебе оба их уступают? Да, я себе накину потом у них, когда заберу. Ты войс замолодил их там, да? Ты решил забрать у мейн танка триню на оф себе? Нет, у меня мейн танк. Я уже запутался, какой у тебя мейн, какой у тебя оф, какой еще там? Вот мейн танк. Спек танков, спек сова, третий спек дерево. Зачем тебе триня на уклон только, нахрена? Я он тут, же типа, скоробея. Типа она бафается от скоробея, но по сути, типа, да, медведь и так РБК. Хорошо акро держит. Не для РБК чисто. Нет, там ради брони. Интересно. Типа скоробея лучше стакается? 20 стаков просто дает. Там, блядь, Ну нет, 12к РБ... брони это жестко. В РБК ходить с танковскими тринями это зашквар, не? Ну вообще да. Ой, ты ее на 20 стаков нигде не настакаешь. Не шарите его. В РБК оно стакается нормально. Ты же только что сказал, он не для РБК. Я говорю, они танк? Для РБК. Без ДД триник. Можно собрать полурста и залить. Держу курс. Ну, у меня ДД триник-то нету. Они вот эти ватнички, которые... О, одену-ка я ДД тринку и лягу от них. Да, кстати, не говори, блядь. Там и так без ДД триник все собирается. Просто дамага больше в ДД триниках будет. Ну не знаю, у меня ощутимо много урона, намного больше урона в ДД-тринях. В ДКшнике или в медведе? В медведе. А у меня просто их нет. Зачем видишь? Типа собирать полуинстан, когда типа милики кливают, блядь, по 4 моба? Зачем собирать, блядь, 10 мобов? В чем профит, посмотрите? Может, не все же милики так кливают, 4 цели. Не рассказывай ему, не рассказывай, не пари как вот. А, ну ладно. Пусть только дальше по 4 моба собирают. По сколько бьет? Ну, можешь не по 10 целям же, наверное, да? Я не про вара и не пропала.
Ну, ДК, блять, воющий ветер, ну я не знаю, где Фрост ДК ходит в РБК. Бесконечная зима у Фроста, кровавая жатва у Блада. Вялый вихрь у Роги. Это так, как вариант. Где таких типов найти просто? Размах у кота. Ну, в гильдию куда ни плюнь, такие есть. У нас нету ДК, у нас нету ЖДК, по-моему, нет? Во, это еще час. Как нету, если есть Йозан в Бладе, если есть Фисяо во Фросте? Фисяо уже и в Бладе есть. Он последняя вроде во Фросте ходит. Намекнул, не хватает меток, расставить людей, почему стоим без дела? Вы хотели за полтора часа закрыть, насколько это... Сейчас прыгаешь. ДД, Фросняша и Вадим Паладин, потанчит у нас. Метки сейчас будут расставляться. Да, Илёк. Алло. Привет. Да валяюсь, чё. Алмаз вон был. Эхо, по кнопке сделай. На присутствие. Япончик, у меня 4 минуты маска. Я понял. Сумоньте Будапешта, 4-я группа. Так, по хилам. Вульфсер, стоишь в черепе, хилишь. Долог, крест, нямка, квадрат, просто отец, луна... Я постою в трусы. Мгновенная. Череп. Лампа лавы. Крест. Медведоешь. Стоишь в квадрате. Будапешт. Занимаешь луну. Пока тут трусы. Даркес. Череп. Страхуешь Чехов. Крест. Классная. Квадрат. Войд. Луна. Альтов 4. Трусы. Лрей. Череп, Враска, крест, Ваниэль, квадрат, Редвар, луна, Кават, трусы, Айзек, череп, Роня, крест. На локах метки стоят, локи порталы поставят, будете им кидать. У вас в сумке будет появляться маленькая такая иконочка зеленая, на нее щелкаете правой кнопкой мыши, передаете любому человеку, которого выберете в таргет. Когда вы ее имеете у себя в сумке, вы двигаться не можете. По ходу дела, кто что не знает, буду еще говорить. Давайте даю чек на готовность. Фростняша, ты будешь сидеть у нас сначала на боссе. Вадим Паладин, ты ловишь трэш. А ловить ты будешь у нас этих, господи, стражников. А ты уже ловил их, Вадим, здесь? Вадим Паладин, ответь на вопрос. Ты тут, нет? Один раз? Ну вот они в кругу в этом появляются, где босс стоит. В центре. Все, даю... Там, стой. Там мага надо засумонить. Подождите, вы меня сначала сумоните? Сейчас вы дайте слово вставить. Какого мага? А вон Байер, седьмая пати вместо кого-то. Это там кто-то должен был уступить место мне? Кого, Будапешта с Вишнем? Будапешт ничего не заберет. Будапешт как раз таки и хочет забрать Т5. А заберет? По приору выше. Давай, я пошел, короче. Че, Редвара? Не, Редвара. Свечного Редвара. Ты релогаешься в раз? У меня дисконнект, я ж, блядь, пытаюсь скай тут какую-то хуйню спамят в чат. Эдвард, ты покинул? Да, я улетел. Все, маг, занимай любую метку. Даю чек на готовность, крайний. На пол. Во Фросняшу на пол.
Тут каждый сам за себя поставил. Пал, ты себя фридомом снимаешь корни. Без враски бьем. Сирус просто, привет. Дарки. Так, переводите босса 2% и разбегайтесь по своим меркам. Все по меркам, разбежались быстро. Голосом кричите, когда будет выходить зеленый элементаль. На Вадима посматривай там, чтобы словить гварда успел. Он из центра выходит, и лучше вот куда она сейчас смотрит, с той стороны бери их. Да, прям недалеко от Вадима. Вот отсюда. Выходит 2 секунды, череп лови. Зеленый, череп зеленый, помогите. Лови гвардейца от Вадима. Вон звездочка. Кого-то подобрал. Лок, подойди. Метки на локах есть. Если страйдера. Они далеко, передавайте ближайшие. Страйдера никто не видит? Вон он, выходит из квадрата. РДД приоритетом забивайте страйдера. Вот эту высокую хуйню, странник. Все свободные РДД бьют этого моба. Хрен Наси. Второй вышел, гвардеец. Зеленый череп, тут точно в том же месте. Иду. Поднимите мага и медведоёжа. Он здесь дикий. Отдайте локам. Странник 5 секунд. РДД, посматривайте, где он выйдет. Странник, красавчик. Бегу, бегу. Гвардеец, 4 секунды, лови. Близко к нему только не подходите. Зеленый в том же месте. Теряет. Зеленый в черепе, помогите. Череп, да. Пинер, понятно. Подойдите кто-то. Кидай на ком там. Кидай. Быстрее. Давай сюда. Скоро пропадет. Ой, ты рядом стоишь. Да перекидывай. Даркис. Гвардеец скоро. Одна секунда, гвардеец, лови. Лови. Страйдера видно.
Сука, зеленый череп опять в том же месте. Пошли череп опять. Странник и РДД заливайте. Убиваете странника, потом заливаете гвардейцев, только потом начинаем бить босса. С приключением только, пожалуйста, сейчас сделайте последнее. Кидай мне. Кружок. И кто там? Ходит на тебя. Я готов забирать босса. Отключай. Отключать быстрее. Еще ближе передай. Ой, босс активен. Подпишись. Заливайте гвардейцы в первую очередь. Сверху скатер. Отводите босса дальше к краю. Сейчас не встанем. Вы в центр встали, в кучу сбились. В лужах не стоим, РДД начали подбивать. Тихонечку скатер, смотрите. Вадим, за мою спину. Метров на 20. Все. Геру без команды не давать. Если на вас метка выносите. И чё ты брал? Забираешь только если лужа прокает на мелик. Вот это тебя прошибает. Сильный хитер. Скат. Активнее скатов заливаете. Вижу то, что только друиды бьют. Он лоб уже начал пить. Еще скаты вышли. Пока тут усаль. На пульте в этом. Вадим. Он на гроне набирает. Скат. Сняшу уже сорвал. Успех он сняшу. Да я забрал. Он на гроне набирает просто. Танчи тогда. Вижу, танчи. Дайте мне антиинер. Сейчас дам. Скатов сливайте. Как хорошо РДД свечился. Может, Вадим, за моей спиной стоишь. Рано, Геро. Рано еще. Давай еще одни скаты и все. До 10 хотя бы процентов пустите, босс. Сейчас два ската и все. Добейте вот этих скатов и давайте Геро уже далее, ладно. Забейте на скатов, бейте босс. Фулл дамаг в него. Ты звездопад. Лужа в меликах. Вот. Понял. РДД лужа. Лужа, 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 РДД. Убираю лужу. Прохиливайте рейд. Посмотрел лут твой. А, сейчас. Топовый. Ай, враска, плачь.
тебе голову посмотреть надо? Упала, да, упала, да, голова на половину. Поднимайте людей. Второй токен на кого? Второй на Навара. Плохо. Да, там, по-моему, Будапешт забирает. Да, он по приору выше. ГЦ. Первый Будапешт. Кусок. Да-да-да. А насчет куска не знаю, какой у него. Че, 5 минут куранем перед целка? Обязательно. Я пойду с вами в рейд, пожалуй. И Фараду тоже. Ну я так и знал, блядь. Так, я на мишку захожу. Так, стой, не заходи, Войт. Просняша. Войт, ты там сам тогда решишь стринги вопрос? Да, я все снял. Ты начистишь, с них снимешь. Да. Давай. Снял. Сейчас я уже забыл. Чувак, теперь собирать будешь? Сейчас я ему сниму все, да. Сними. Бага. Я не знаю, что ты ее так хочешь. Что? Теперь собирать будешь? Нет, зачем? Потому что вот, например, ДК это хорошая трени. Он плохо агро держит ауе. А я говорю, хорошо. Меня агро ауе-то особо не интересует. Меня вот именно броня интересует. По ванхолике пацан же держал как-то трэш, и плохо все было. Да, ну вот ты видишь, что у меня ГДК. Я сразу два бафа даю. Ну, опять же, ГДК, идти в РБК, я просто за ДК, что... Вопрос такой, ВЛ в Дискорде, это кто в игре? Undertworm. Поменяй в DC ник, чтоб соответствовал игровому. Японец, а Лука вообще никто не рулил? Ой, ЛР, сейчас сниму. Число ясно. Ты бы, кстати, магам портал хоть бы дал. На мне голова не упала, я обиделся, ушел. Давай, я тебе выпадет.